Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания «Изба вязания», где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сейчас мы с вами будем тестировать ниточки «Азалия» производства ПНК имени Кирова. Нитки для ручного вязания подписаны, но мы попробуем с вами провязать их на вязальной машинке. Несмотря на то, что на матушке написано, что пряжа для ручного вязания, машинка ее вяжет очень легко. Смотрите. Каретка идет практически без усилия. Плотность 7, то есть плотность достаточно средняя. И легко провязывается, свободно, аккуратно получается. Петли ровные, машинка берет такую нитку очень хорошо. Вязаное полотно из пряжи азалия получается очень мягкая. Мягкая, нежная, приятная. Очень приятно на ощупь. Практически не мнется. Видите, что при таком грубом обращении складок не образуется, никаких заломов нет. Очень приятная. Состав хлопок, вискоза. Ну, состав говорит сам за себя. Нитки очень нежные, эластичные, мягкие, приятные. Вязать, носить такие вещи будет одно удовольствие. Полотно эластичная, мягкая, очень приятная. Я думаю, что вы с удовольствием будете носить летние вещи из такой замечательной пряжи, как азалия. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.